После очередного инфаркта я загремел в любимый мне госпиталь имени Всеволода Вишневского. Стали крутить, смотреть, вертеть. Пришли, говорю, слушай, надо делать операцию, у тебя клапана не к черту. Собрался терапевты. Они мне говорят, не делай глупости. Ты после этой операции не выдержишь столько жить. Ты знаешь, что такое операция по замене клапана. Я лежу вот так. И идет красивая, интересная передача, показывает вот заведение. Вот это замечательное, где здесь... Совместно российско-французские хирурги делают операцию на сердце, не притрагиваясь скальпелем. Делают мне операцию. Я жил во время наркоза. Я как будто чувствовал, что вся эта операция, как она идет. На второй день пошел, просто через неделю они меня уже восстановили. Они заставили старого человека жить по-новому.